В рамках визита Госкомитета по работе с диаспорой в Великобританию в Манчестере прошла встреча с представителями азербайджанской общины. В мероприятии приняли участие первый секретарь посольства Азербайджана в Великобритании Неджат Гулиев, члены Координационного совета азербайджанцев Великобритании и турецкой общины Северной Ирландии, азербайджанцы, проживающие в Манчестере и ближайших городах, а также из Южного Азербайджана. Выступая на мероприятии, члены сообщества поделились своими взглядами на усиление деятельности диаспоры, более широкое распространение азербайджанских реалий среди местного сообщества и план действий на следующий год. Встреча завершилась ответами на вопросы наших соотечественников.